Комбат 28-й мехбригады Владимир Пушкарь остается на свободе. Приморский районный суд вынес решение относительно меры пресечения для комбата 28-й мехбригады Владимира Пушкаря. На время следствия он не будет содержаться под стражей. Напомним, комбата Пушкаря обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона гривен. К зданию суда поддержать комбата приехали бойцы 28-й мехбригады, которые уверены в невиновности своего командира. Это подстава. Это неправда. Да, это неправда, это подстава, блин. Это один человек, который выводил еще, блин, первую ротацию, вторую ротацию. То есть без него там реально. Мы верим только комбату и, блин, больше никому.